Меня зовут Юлиана. Я из города Новосибирска, из такого маленького научного центра. С детства меня водили на танцы. Юлиана. Привет. Как возможно, в принципе, танцевать на таких каблуках? Как? Я ходить на них не могу. Ко всему привыкаешь. Но это же опасно. Но для меня это продолжение уже меня, продолжение моих ног. Это безумно красиво. А как новосибирские воспринимают ваши смелые провокационные танцы? Это все знают, что сибирячки самые красивые девушки. Поэтому я не вижу здесь ничего плохого, что красивая девушка красиво двигается. Я бы очень хотела красиво двигаться, но не могу. У вас все в порядке, вы прекрасно выглядите. Пару занятий со мной, и вы прекрасны. Тогда я буду за вас вдвойне болеть. Сибирячка, сибирячка. Да. Хореограф, режиссер, чемпионка Fame Your Choreo в номинации Best Ladies Dance Юлиана Копцева. Я даже ходить на таких не могу, не то что танцевать. Я реально, я не могу держать на таких тусах равновесие. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в шоке. Я в шоке, знаете почему? Вот даже если вот эту платформу разделить на три, я не смогу даже просто стоять. Мое равновесие, мой баланс нормальный. Он все равно не позволяет мне на такой платформе, на таких каблуках ходить. Уже не то, чтобы танцевать. Поэтому вы даже когда выходили, я уже была в шоке. Поэтому человек и не встал на ноги ни разу. Но! И вот у меня как раз вопрос. Я думала, что вы будете на них там как-то танцевать, но вы их в танце как именно опору не использовали. А зачем тогда эта обувь? Во-первых, здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Юлиана. Очень приятно. Я очень рада быть здесь, я очень рада делиться. Ответ, верно, ваш вопрос. Я так чувствую. Для меня, как для любой женщины, обувь на каблуках – это, наверное, часть меня. И мне максимально круто и максимально комфортно в них. Серьезно? Да, и тем более я танцую, не совсем стрип, как, я думаю, вы поняли. Я соединяю это с contemporary dance, с партерной техникой. И на самом деле платформа, она дает новые возможности для каких-то трюков. Я думаю, что... Но визуально вы могли... она дополняет. Да, и, конечно, есть, да, эстетика. Но мы эстетика, все танцоры, мы любим эстетику, такой... поэтому... Именно линии. Добавляет линии. Да. Мне очень понравился номер, потому что вы в нем были похожи на какое-то
Какое-то странное насекомое, потрясающее. Да. Еще ваши потрясающие глаза невероятные. Да. Вы очень красивая. Ваши прекрасные руки. Это было какое-то действо, какая-то вибрация. Как будто природа что-то такое нам принесла. Спасибо. Ну, это для меня на самом деле самый лучший... Ну, отзыв, да, честные эмоции. То, что вы говорите, это близко на самом деле мне, когда исполняют хореографию. Именно поэтому у меня мурашки, потому что, ну, я думаю, что вы прочувствовали меня, мой танец. Мне безумно понравилось. Спасибо потому что большое. Это, в этом вы есть, знаете, какая-то, да, эстетика. Спасибо. Можно я дополню? У меня вы были дикое животное, причем что какое-то невероятно пластичное, которое, вы знаете, умеет в джунглях каких-то. Но у вас потрясающие глаза, которые вот как продолжение вас. Я вообще не люблю вот эту вот длину штанов. Вообще. Но здесь я идеально. В этом номере не заметила этого. И я могу сказать, что если бы я была мужчиной... Так. То, что бы было... Ну, мне кажется, я бы в вас влюбилась просто после этого, Вера, номера. Это взаимно. А так я даже до того, как покажут сейчас момент, я вам скажу да. Вера, спасибо! Спасибо вам, спасибо. Но момент я хочу посмотреть. Я тоже. Эволюционный момент. Я могу так руками сделать. Во-первых, это было сексуально. Это как мужчина, можно сказать. Я и говорю. А во-вторых, все там работало. От одежды до каблуков. У меня ассоциация была с пауком. То есть у меня такое насекомое, да, паук. Но выдержать, что было интересно, лежа на полу, это дорогого стоит. Я не могу ни к чему докопаться, придраться. У меня нету... Я хочу Нету вас. Нету минусов. Мы хотим вас здесь в шоу. Давайте, коллеги! Я говорю да. Да! Ура! Спасибо! На самом деле у нас есть у танцоров такое, наверное, выражение, когда ты выходишь и говоришь «было». Я думаю, что у всех было. На самом деле это был не просто обычный танец. Все будет. Это был танец какой-то из другого мира. Ты всех покорила, всех заворожила своим взглядом. Дышим вместе. Она какая она. Шикарная. Она просто органичная. Просто ну и выдержать на полу. На полу, реально. Да. Я тоже думала, что дальше? Да, что дальше? Вот она не встает. Но это было интересно. И хороша. И хороша. Глаза. Да. Ты же чего трясешься? Потому что я танцевала. Думаю, здесь останется только обняться и пойти готовиться к следующему танцу.